Добрый вечер. Пришли вот в центре Алании, практически где пещера Долматашек. Тут парк, красиво, фонтанчики. Тут кошачий парк, где вот тут вот далеко вот не видно. Люди тут разводят котов, с ними ходят, гуляют. Люди сидят на асфальте. Коты у них на коленях, кормят, поют. Вот-вот. Играются с котиками. Вот, вот они лежат, тут такие есть гигантские, стерилизованные есть котята. Вот тут вот. Киска. Такой тигрон. Никого не боятся, мимо них проходишь. Это разноцветные масти. Не ручные. Вау. Свет выключили. Ой, какой хорошенький. Ой. Недоволен. Недоволен. Ой. Вот люди сидят. Вот здесь вот. Киски. Ах, киски. И все. Убежал. Вот опять мамаша. Там ночь. Такая, глянь, какая она гигантская. Вон сидит еще кошак немалый. А вон их домик. Ой, ну тут, конечно, немножко запашок идет. Вот тут чего только нет, а сколько тут корма. Конечно, гады ходят и просят. Еще этот выключили. Кошачьи домики. С милыми кисками. Кисоньки. Киса. У них тут еды немало. Что-то тут у них нет. Ага, я глянь, сколько там еды. И ходят еще, гуляют. Пойдем к фонтанчику подойдем. Тут вот такой небольшой бассейн с фонтанчиком. Меня умиляет вот это надпись. Плавать типа нельзя. Наверняка были прецеденты, когда подбухнувшие русские тут заплавали. Заплывали. Угу. Ясно. Повесили. Все включено. Теннисный кортик тут рядом. Ох, интересно, стоит теннис. Вот люди где-то вот рядом тут играют. Там пляж Клеопатра. Ну да, вот сейчас тут перед нами пляж Клеопатра. Все, проезжайте. Спасибо. Все, пока.